Окей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал Маугли здесь. Сегодня мы с вами сделаем первый запуск игры, которая называется Guts. Переводит на русский, означает кишочки. Это файтинг от маленькой бразильской студии, в котором нам придется не просто разделаться со своими противниками, но в прямом смысле разрывать их на куски. В этом, в общем-то, смысл и особая фишка этого файтинга. Давайте начнем. У нас есть история, есть соло, можно просто один на один с искусственным интеллектом биться, резня по сети есть, можем с кем-то по сети биться, локальный бой, разминка, короче, много всяких разных режимов. Мы начнем историю, потому что узнайте, что привело участников в Guts и добейтесь мировой славы. Вряд ли за одну серию мы успеем это сделать, но мы сможем что-то узнать о участниках. Я не понимаю, что это вроде как какой-то судья непонятный. Он говорит мужским голосом, судя по всему, это какой-то непонятный трансвестит. Ладно, короче говоря, история. У нас типа компания, мы можем выбрать наших игроков. Кто у нас есть? Джек Сламбер, отец Маромба, вот такой вот непонятный какой-то чел с крестом на поясе. Что-то у них с руками у всех, смотри, у этого какая-то пила, какие-то непонятные шприцы. Дальше едем. Диби Джадж, вот судья, вот он как раз, кстати, этот фрик. Дальше у нас есть Миранда Хат, вот такая вот толстушечка-пышечка. Видимо, она своим весом просто уничтожает всех. У нее на одной ноге непонятные какие-то пончики прилеплены, а на другой на руке тоже какая-то хреновина из блинов. Блинострел какой-то. Следующий. Свет Канивел. Вроде как по трейлеру я видел, что это русская, русская участница, и она даже вроде как говорит по-русски и не по очень хорошему русски. Так что посмотрим. Есть у нас еще Риза Акабане. Непонятное, смотри-ка, на костылях такой, знаете, долговязый Джо. И у него вместо рук еще клешни. У нас есть Шао Донг, типа Шао Кан, но только вот такой вот, видимо, какой-то эти восточный азиатский шоумен. Также у нас сержант Сэм, ну вот такой вот вояка с пропеллером на голове. И последний участник — это Анита Ванила. Ванильная Анита, у нее, по-моему, внутренности пустые. Кого мы выберем, я даже не знаю. Давайте начнем с самого первого. Джек Сламбер его зовут, поиграем за него. За дело, конечно. Guts, что там? Джек Сламбер, скромный, крепкий лесоруб. Для него лучший отдых — выпить пивасик и порубить десяток другой бревен вместе с земляками Джастисберга. Но эти чертовы промышленники все испортили! Машины работали быстрее и лучше Джека и его друзей. Очень скоро Джек остался без работы! Он потерял смысл жизни! Но Джек не какой-нибудь слюнтяй, и он не собирался сдаваться! В попытке спасти мать природу от нашествия проклятых машин, он, этот медведь, вступил в Гринпис! Да ты что? И он был кровно заинтересован в благополучии деревьев, иначе что ему рубить? Однако одних протестов было недостаточно. Какой потрясающий арт, ты смотри. Джек решил поучаствовать в Guts, а выигрыш потратить на свой новый замысел. Я выиграю в Guts, куплю атомную бомбу и разбомблю этих уродов, сказал наш Джек. Вот сейчас он будет у нас сражаться. Здесь нет привычной шкалы здоровья. Джек Сламберу и отцу Маромби давно пора разобраться по-взрослому. Джек хватило наглости и съесть бекон на глазах у нашего пророка, и ему это с рук не сойдет. Куча юмора в этой игре. Как я уже сказал, здесь нет привычной шкалы здоровья. Здесь, скажем так, как только все части тела будут отделены от тела, тогда и проиграет наш противник. Так что готовьтесь. Есть особые удары, есть добивание с использованием окружения, насколько вот я видел в обучалке. Последний курорт. Чё это везде фрик везде? Господи, это что, у нас касатки в кровище плавают? Что это такое? Опа, да! Да я горячее, чем натертая перцем задница козы. Кошмар. Славься, божий создатель мышц. Слушай, отец Маромба-то, он какой-то... Он в труселях, что ли? Так, смотри, ничего себе он какой. Да у нас... Тихо, он меня хрен, шприцами бросается. Нифига себе ты. Слушай, мне надо научиться блоки делать. Бей! Все, мы играем, короче, за Джека Сламбера. Наша задача — расфигачить вот этого вот голожопого отца. У нас есть суперудары. И они активируются, когда мы... Когда мы с вами... Вот мы бьем, вот я бью, смотри, да, у него там, у меня белым заполняется шкала. У него тоже, кстати, я тоже залетел туда, в мясорубку. Господи, тут вообще ничего не... Я на одной ноге уже, кстати, прыгаю. А он что? А он тоже, у него одна нога и одна рука осталась. Давай, добивай его. Супер удар надо сделать.
Бум! Господи, я опять промазал. Надо, короче, этот суперудар делать попозже. Наша задача — это полностью лишить его и рук, и ног, и всего подобного. Там наверху какое-то колесо. А что это за колесо, интересно? Бей давай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, суперудар! Ничего себе! Так, у меня осталась тоже одна рука, одна нога. Что это такое за колесо? Я должен это как-то схватить? Да ё-моё! Он меня вообще уничтожает. Я жив. У меня есть суперудар, кстати. Я могу им воспользоваться, только мне надо успеть это сделать. О, он увернулся. Господи ты, боже мой, у меня все, у меня уже почти ничего не осталось. Да что ж такое-то, а? Он в мясорубку меня бросает. Давай, закидывай. Он в мясорубку было ударить, нет, только не меня. Все, по-моему, меня расфигачили. Ребят, нет, что-то еще... Нет, я еще жив. Слушай, это у нас Бен и Эд, помните, у нас тоже была такая фигня. У меня есть суперудар, вроде как. Бей! Головой! Бом! Ха-ха-ха-ха! Точно, у него тоже одна голова осталась. Да, добивай! Добивай, подонка! Бей, давай! Есть! Ой, я промахнулся. Слушай, а вроде как мы можем взять его руку и ногу. Почему, смотри, стрелочки какие-то показаны? Вообще, смотри, а? Без ног на отца Маромбу скок. Блин. Он меня все уничтожил. Смотри, танец победы. Дерьмо собачье, ты жульничал. Что, все у нас заново? Конечно, заново, мы должны отыграться. Очень игра яркая такая, немножечко сумасшедшая. Поэтому не совсем иногда понятно, где что происходит. Давай, я готов уже. Сейчас я ему его задницу начищу. Я сейчас буду осторожней. Свои суперудары я буду делать вовремя. Давай, комбо-удар. Чем больше ударов мы наносим, тем быстрее у нас активируются вот эти суперудары. Смотри. Бум! И каждый этот суперудар, он прям конкретно лишает его ноги, руки там или чего-то еще. Поэтому мы должны добивать. Я вот не знаю, правда... Ох ты, смотри, он пытался меня закинуть в мясорубку. Но ему это не сойдет с рук, потому что я его закину туда. Давай, бум! Все, прекрасно. Это называется факторы риска, кстати. Так, бьем. Удар! Удар! God's move! Это, короче, супер удар. Он накапливается, мы можем бить. Don't touch, говорит. Не трогай мою задницу. 6 ударов, комбо. Тихо, уворачиваемся. По идее, когда мы слышим God's move, у нас есть 1 секунда, чтобы среагировать и как-то там, не знаю, блок поставить или что-то сделать. Слушай, вот нога. А что мне с этой ногой сделать нужно? Может, мне как-то ее взять можно? Что, мне надо делать God's move. Так, бьем. Есть! Он бросил в него какой-то топор, ничего себе. Причем у каждого игрока, у каждого персонажа есть свой набор вот этих вот ударов. Чего надо в мясорубку закинуть. Время вмешательства, что за ерунда? Гад шкала, +1. Что такое, я не понимаю. Что происходит? Ай, в мясорубку только не закинь меня, нет. Я лишился... А все, он тоже, кстати, залетел. Смотри, какой он счастливый, ей! Все, отлично. Он говорит, я пал, но я восстану дальше. Еще одна победа американских ценностей. О да, друзья, мы имеем право есть все, что захотим. И никакие святые бодибилдеры нам не помеха. Все, да, мы можем идти дальше. Мы опять будем играть за Джека Сламбера. Скорее всего, да. Свет мякнет в грязь. Свет макнет в грязь любого. Помог ли Джеку его крепкое тело и трудолюбие, если он дерет ему задницу, как и всем остальным. Свет Канивель. Светка. Падет. Она про нее ничего не расскажет. Надо было про Светку-то узнать. Ладно, может быть, в следующей серии. Мы сегодня поиграем за Джека, а там уже будет видно про других персонажей. VIP-концерт. Новая сцена у нас здесь. Танцуем все. Кого тут порубить капусту? 96 килограмм. I gonna rock you. Ух ты, смотри, Светка. Она реально русская, короче. Она на колесе. Что она хочет? Она музыку играет или что? Ой, тихо. У нее вместо руки гитара. У них у всех какие-то протезы. И хвост у нее, кстати, торчит. Смотрите. Давай. God's move. Ой, промазал. Рано сделал. Так, уходим. Слушай, такое ощущение, что я могу свои конечности как-то использовать. Они лежат на земле, и там стрелочка над ними стоит. Блин.
Как? Что мне с ними сделать? Ух ты! Она непонятно какие-то волны тут на меня пуляет. Давай-давай, Светку загасим. Бей! А, промазала! Так, давай. Guts move! Бом! Чё у нее? Ноги нету уже. Ха-ха, с колесом. Все, у нее теперь... Тихо-тихо-тихо-тихо. Она попала по мне. Нифига себе, прям в какую-то фигню меня закинула. Чё это за... И тоже, кстати, потеряла. Тоже ноженьки-то потеряла. Давай. Только у меня-то одна рука, у нее две руки. Так, guts move. Что я сделал? Я не знаю, я ее подкинул или что я с ней сделал? Давай, guts move. Guts move. Бум. Есть. Так, она промахнулась, прекрасно. Есть, я закинул ее прям туда, в капусту. Что, все она? Скопытил. А интересно, вот к следующему раунду они откуда потом эти ноги и руки выращивают? Джек Сламбер приличный человек. Он целыми днями пашет в лесу, мечтая о вечерней встрече с, с банкой холодного пива. У психованных русских просто нет шансов. Светка у нас была русская. Ладно, идем дальше. Следующий враг наш будет кто? Наша милашка Риса Тян давно хочет покопаться в кишках Джека. Эта малышка просто обожает красный цвет. В крепких мужчинах полно крови, Джек. О, смотри-ка, у нее вот эти вот клешни. Надо быть осторожным, потому что она, скорее всего, будет жалить нас. Отец Морова и Миранда Харт тяжелые ребята, они прыгают даже чего-то там. Ох ты, Гатсленд. Вообще, Гатс это типа, ну то есть это переводится как кишки, а также это переводится как, типа, кровавый чемпионат, турнир чего-то там по боевым искусствам. Как-то так, или шоу какое-то. Гац, это искусство! Кэн смешная. Тянка, да? Ты смотришь, какие-то маски выпускает, чертенков каких-то. Да что ж такое, ты перестань, а? Ты слышишь, что? Я тоже все могу что-то бросать. Давай, бей! Бум! Есть! А у нас здесь тоже какая-то есть штука, куда мы ее можем забросить. В конце уровня. В конце карты. Тихо. Давай. Есть комбо! Тихо, уворачивайся. Да что такое? Я ничего не могу сделать. А какой-то блок здесь есть? Вроде как, не знаю, у него одна рука уже отлетела. А у меня все пока что целое. Давай. Ой, гадс мув сейчас будет. Ай, уворачивайся. Есть, я увернулся. Теперь моя очередь, деточка. Сейчас мы ее несколько раз ударим, чтобы она стояла в нужном положение. Давай удар! Бум! Я не понял, как он ударил, у нее не ударил. Но у нее, короче, не осталось две ноги только. Ой, вообще жесть. Уворачивайся. Уходи. Промахнулась, да? Эй, лошара. Давай, добивай ее. А здесь какая-то машина ездит. Мне кажется, мы можем здесь кого-то подловить ее, поставить сюда на дорогу, и тогда машина ее собьет. Вот я прям на дороге сейчас стою. Что-то опасно. Она сейчас меня будет пуляться. О, смотри. Уходим. А-а-а, смотри. Машина реально какой-то здесь непонятный. Мобиль ездит. Может быть, даже мы могли бы использовать это как-то для, ну, типа, добивания. Есть! Все, я ее закинул. Нет? Что, головушка у тебя осталась? Вмешательство. Время. Вон нам фрик что-то пытается отправить. Да я по ней попасть не могу. А, машина едет. Давай-ка ее закинем на машину. Ой! Сам чуть не попал. Ох ты, смотри-ка, а. Даже не имея ни рук, ни ног, она на меня все равно умудрилась как-то ударить. Ты слышишь, что? Кобздец. Слушай, у меня ног нет уже. Ну все, мы теперь на одной высоте с ней. Иди сюда. Бей! Да что такое-то? Причем каждые вот эти гац-удары, они еще на разной высоте работают. И предугадать, какой из них что заденет... Слушай, ну надо ее уже заканчивать с ней. Давай. Бей! Бум! Что такое? Ничего не понял. А еще она жива? Как она умудрилась это сделать-то? Я же ее ударил. Да ё-моё, уворачивайся! Нет! Ты смотри-ка, а? Вот засранка. Лимп-экспресс, доставка конечностей.
Видимо, в этом мире пересадка конечности — это абсолютно нормальная штука. Нет, заново мы с ней сражаемся. Я должен победить все-таки. Давай, все, хватит уже. Меньше слов, больше дела. Давай. Добиваем ее. Не даем ей вообще подняться. Есть! Бей! Guts move! Бум! Так, каждый такой удар сразу же отрывает конечность. Йоу, ничего себе! Какое комбо крутое было! Давай. Есть! Отлично! Бей! Бум! Че, она меня что ли ударила? А кого я первый был? Ах ты ж засранка. Давай. Заканчивай с ней. Есть, вертуха! Guts move! Ох, промазал. Там какая-то ерунда летает, ничего себе! Ох ты, блин, а я-то не знал, что там... Это какое-то, не знаю, качеля там или что это такое. Так, а я снизу сейчас тебя буду добивать. Давай, бей! Бум! Слушай, там машина едет. Надо уходить. Сейчас, погоди. Сейчас до тебя доберусь, я вон какой весь какой крутой. Слушай, нифига себе. Все, у меня уже одна рука осталась. Закидываем ее на эту штуку. Давай. Давай, есть, я ее закинул в мясорубку в какую-то. Смотри, машина едет. Ох, не попал по ней. Да что ты будешь делать-то, а? Прекрати. Бей, я тоже, кстати, Guts Move активировал. Вот дерьмо. Да ешь твою медь. Есть! Долбанула ее. Она здесь, машина едет. Уже надо продолжать пулять вот эти вот непонятные маски. Тихо. Есть, бей, давай. Буп, ух, промахнулся. Мы оба, короче, промахнулись. Ни рук, ни ног, ничего нету. Бей. Бум. Слушай, я первый попал, почему? Чё она говорит? Страйк? Давай, где мы на машину иди. Собака, ты смотри. Бей! Ой, уходим. Ава! Давай, я должен ее добить. Два инвалида дерутся. Давай, бей! Да ну какого хрена я первый нажал на кнопку? Ладно, это слишком, короче, круто для нее. Я думаю, что мы сейчас ее завалим и потом пойдем дальше. У нее осталась одна головушка, а я еще почти в самом расцвете сил. Так что у нас есть шанс вот сейчас ей навалять. Давай! Надо ее как-то подкинуть наверх. Ой, уворачивайся, блин! Да ну что ж такое-то? Я иду к тебе, детка. Моя маленькая. Давай, иди сюда. Любитель насекомых. Guts move надо сделать. Бей! Бум! Есть! Все, наваляли. Танцуй давай! На одной ножечке. Это, наверное, нелегко. Круто! Невероятно, но даже Джек победил всеобщую фаворитку. Все были уверены, что выиграет Рай Риса, но Джек сделал невозможное. Похоже, стиль дровосека снова входит в моду. Поехали дальше. Пройдем еще парочку врагов и... Джек Сламбер в ярости. Фанаты Миранды считают его простаком, все победы которого просто случайность. Конечно, видок у него не королевский. Стоит ли он выследить против... Принцессы! Вот это туша! Ну, готовьтесь, ребят, сейчас будет тяжелое приземление на нас, видимо. Зато по ней легко будет попадать, я так понимаю. По этой огромной женщине. Этот чувак слишком сильный. Поехали. Кримзон Стрит. Мы очень рады, что вы пришли сюда, сказал наш ведущий. Что, бабки? Ну, вы прочитали. Хорошего человека должно быть много. Смотри, у него ложки, вилки какие-то. О, иди сюда, туша. Какие у тебя суперудары. Ну-ка, давай посмотрим. Надо ее гнать туда, в сторону. Здесь тоже, по-моему, машины ездят, вот посередине. Давай, дровосек, пришел срубить эту большую елочку. А ну, вставай, давай.
Пинай, пинай, пинай. Запинывай, на. Гасмув. Бум. Ух, нифига, смотри. Она прям аж летит и крутится. Тихо. Ох ты, попала по мне. У нас одинаковая сейчас ситуация, в принципе. Фактор риска. Кто попал? Я попал под фактор риска. Я даже не понял, где он. Гасмув. Бум. Прекрасно. Что за фактор риска? Вон машина, кстати, едет. Машина едет. Уходим. Блин, а чё её не сбило-то почему? Ой, папа, я увернулся. Хорошая тактика, когда она активирует какой-то суперудар свой, то хорошая тактика — это отходить подальше. Бей. Ох, я промахнулся. Но у неё особо шкалы-то нет. Давай, добиваем её. Что, она набирает уже? Могущество. Есть! Комбо-удары. Бей! Да что такое-то, а? Короче, не надо бить, когда... Она, значит, активирует удар. Давай. Ой. Да ё-моё, я промахнулся. Все, в одинаковой ситуации. Ни рук, одна нога. Одна нога и голова. Вот и все. Бей. Бум! Прям в живот ей. Давай. Да ё-моё. Так. Сидим, ждем. Ой. Каздец. Не получилось. Я вот не совсем понимаю, как бы она, как она будет сейчас атаковать. Бум тебе! В капусту! Точнее, не в капусту, а, не знаю, в пирожок с капустой. Все, давай, не ворчи. Бабай, принцесса, толстушка, человек всего лишь скромный лесоруб, но он знает, чего хочет, и ни одна слоновья задница его не остановит. Ой. Давайте, последнего врага мы победим с вами. Соперники вот-вот сойдутся в схватке. Компания Дуна лишила лесорубов работы, а протесты Джека и его друзей снижают ее прибыль. В мире есть место только для одного из них. Это будет невероятный бой. Вон он, фрик этот азиатский, пришел. Сейчас тебе покажу, что такое сила лесного жителя. Джек, он накопил свою мощь. Вырубай дерево. О, у нас уже была эта сцена, эта карта. Здесь у нас были какие-то генераторы страшной лазерной силы. Да я горячее, чем у тебя. Так, это у нас было уже. Больно будет только в начале. Ну давай посмотрим. У него 67 килограмм. Ох ты, ничего. Чё это он бросает там? Деньги какие-то или что это? Слушай, он какой? Он быстрый парень, я смотрю. Но знаешь ли, против меня у тебя шансов нет, придурок. Вставай. Опа! Кто первый? Бум! Я первый. Ха-ха-ха. Ничего не успел сделать. Забивай его. Есть какие-то здесь прикольные удары, когда ты его подкидываешь наверх. Вставать будешь, нет? Слушай, он валяется, он симулирует. Фриказоид несчастный. Давай. Что это такое? Там черная дыра какая-то пролетела. Так, Guts Move. Бум! Ох, промахнулся. Ох, молодец, а. Тебе это не поможет, я следующий наберу. А-а-а. Бей. Бум! Что, я попал? Или не попал? Так, нифига. Давай. Пролетай. Все, профукал, лошара. Время вмешательства. У нас появляются какие-то здесь интересные перки или шкала просто резкого... Нифига себе. Да что такое? Он слишком маленький, я промахнулся. Это нечестно. Так, уходим. Нормально, он промахнулся. Бей. Бум. Точно, вот такого мальца только так и надо было бить. Что, я не могу по нему попасть. Ой, нормально. Да нет, ну как он попал? Он еще в воздухе был. Фактор риска. В капусту. Я его победил. Он просто оказался не в том месте, не в то время. В центре карты его прям расфигачил лазерами. Ой, какой это кошмар вообще, конечно. Следующий наш враг. Мы сейчас просто посмотрим, кто это будет.
Перевес на стороне Джека. Наш фаворит утверждает, что разрубит Аниту пополам, как самое обыкновенное бревно. Берегись, Джек, у этой куколки. Стальные нервы. Слушай, а мне кажется, это последний вообще враг наш. Мне кажется, это вообще... Давайте просто вот ее еще пройдем, и все. И это, по-моему, последний наш враг. Мы с вами полностью всю карьерную лестницу пройдем. Если я не ошибаюсь, если там никого еще нету. Поехали. Давай, давай, давай. Надо же быть человеком так здорово. Слушай, она робот какой-то. Вот она, скорее всего, должна быть самым сложным противником. Хотя не факт. Вообще не факт. Бей. Бам! Попали. Слушай, она вообще непонятно что. Она человек или она андроид какой-то. У нее вообще в животе вон какое-то непонятное. Так, вот сейчас надо держаться от нее подальше. Я нагнулся. Да, ё-моё. А, нифига себе, сразу две. Вот это да. Она меня подкинула наверх. Бей. Ба-бам! Прекрасно. У нее рук нет теперь уже. А я низкий парень, смотри-ка, могу убить из-под тишка. Это прекрасно. Давай. Ба-бам! Ее надо наверх как-то закинуть. Есть! Дополнительный ударчик. Слушай, у нее она может сейчас супер удар сделать. Нормально. Нет, попала все-таки. Иди сюда. Иди сюда, сказал. Что она творит? Она кидает какие-то ножи непонятные. Давай. Ой! Промахнулась! А теперь мой шаг. Ой, промахнулся. Каким-то образом, короче, я по ней попал. Все, мы ее победили. Дальше кто-то еще есть? А, вот этот самый главный остался у нас. У нас еще сержант. Короче, все, понятно. Аниту мы завалили, у нас остался еще сержант. И, по-моему, вот еще вот этот самый судья тоже у нас вражина будет. Ну, может быть, мы поиграем в это уже в следующей серии, если вы хотите увидеть продолжение. В принципе, тут... Одни и те же персонажи, просто разные, скажем так, суперудары у них есть. Сцены мы с вами, в принципе, посмотрели, они уже сейчас начали повторяться. Такая вот игра, особенно каких-то фишек здесь несколько есть, в частности, отсутствие шкалы здоровья. Один раунд против двух, как обычно у нас, ну, то есть до двух побед побеждают, играют. Он бомбы какие-то бросает. Ладно, фиг с ним, у него непонятный какой-то сержант с трусами на голове. Спасибо большое, что смотрели. Серия вам понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментах, что вы думаете об этой игре, ваши впечатления, понравилось, не понравилось, что понравилось, а что не понравилось. Буду очень ждать ваших отзывов, будет интересно почитать. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме, ссылки на все есть в описании. С вами был Маугли, была игра Guts. Увидимся в следующем видосе. Пока что всегда оставайтесь на высоте и покедова. Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты... Подпишись.